Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. Пожалуй, самой громкой и загадочной катастрофой на воде по сей день является гибель «Титаника». Большое количество фильмов возвращает нас к этой трагедии, но этот «Титаник», прошедший в кинотеатре Орск, превзошел все ожидания. Этот фильм поистине грандиозен. Как в своих съемках, как в своем впечатлении, которое он оказывает на зрителя. И, конечно же, это высокобюджетный фильм. Ну, а смогли мы его посмотреть благодаря московской кинофирме «Гемини-фильм». И мы собираемся и далее с ней сотрудничать. И эта фирма предлагает нам следующие фильмы и следующие ленты. Где-то уже в конце мая, в начале июня, мы сможем вас пригласить на такой же знаменитый фильм «Ромео и Джульетта». Это самая последняя, самая современная экранизация. Фильм «Титаник» продлен еще и на завтра. Потому что вот, в общем-то, мы ожидали, конечно, зрительского наплыва, но вот такого горячего приема этого фильма с вашей стороны просто вот немножко растерялись. На протяжении нескольких дней зал был заполнен до отказа. Что это, тоска по прошлому или возвращение хорошего кино? Чтобы выяснить это, мы решили поговорить со зрителями. Давно вы не были в кино? Я 5 лет. А вы? Я была. Я даже никогда не помню. Да? Понравился вам фильм? Очень, очень понравился. С удовольствием. Еще будем приходить сюда. Если будет еще какой-то подобный фильм, пойдете? Да, на «Ромео и Джульетту». То есть вы считаете, что вы хорошо провели вечер? Да, отлично. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем такое отношение зрителей и такие фильмы прекратят превращение синематографа в торговые дома и лавки.